Всем привет, добро пожаловать. Сегодня у нас рубрика «СНИ. Случайно найденные игры». И сегодня будем смотреть на игрушку «Zombie Kill of the Week Reborn». Вот такая вот игрушка. Мочилово, кровища, зомби. Все по классике. Кто любит данный жанр, тому к ознакомлению. Плюс еще можно играть в мультиплеере, проходить вместе по сети. Вы хотели мы однажды пройти ее, поиграться с Олегом, но потом что-то как-то время прошло, подзабыли, и вот я думаю, дай-ка сам зайду да посмотрю, да покажу заодно. Может, кому-то интересно будет, кто-то не играл, кто-то не видел, или видел, но не обратил внимания. Игрушка постоянно обновляется, последнее обновление было уже в 2018, так что ребята работают, делают. Она маленькая, аккуратненькая, но забавно. Погнали. Name Stranger. Так. Тут смотрим, очки есть, можно прокачиваться, например, Gun Expert, читать, шутинг, вот, например, шутинг спид, релодинг спид, перезарядка и все дела, Money Finder и так далее. Можно все это дело прокачивать на очки, Skill Points, зарабатываем и прокачиваем. Skills, Weaponry, можно посмотреть на оружие, разблочить разное, можно его переделать, подделать по-разному. Здесь много всего, очень много всего. Workbench даже есть, можно что-то скрафтить из частей всяческих. Вот, Stranger, ну тут можно тоже менять все это дело, трофеи различные находим, разблокируем все это дело и уже начинаем наяривать. Погнали, Carnage, Abandoned Hospital, заброшенный госпиталь. Есть сюжет, вроде какой-никакой. Ну давай, давай. Чтобы, например, подняться на лифте или сделать прыжок, то нужно обязательно заработать монет. То есть здесь все разблокируется за деньги. 110 монет у меня есть, к примеру. Лучше попадать в голову, за это дают дополнительные очки. Ну и финансы. Nobody. Зарабатываем вот эти вот штучки, ЗКВ, я не знаю, как они правильно называются, но в общем мы их зарабатываем. Здесь, например, можно открыть дверь за... на пятом раунде только. 100 баксов для активации. Desert Eagle, например, можно поменять, пистолет себе взять. И выносить гораздо быстрее зомби. Ну и получаем больше денег. Логично, да? Ребята тоже могут прыгать. Так, тоже на пятом раунде все это дело разблокируется. Потом зомби попрут сверху, снизу, со всех сторон. Это будет сложнее, но при прыжках они, кстати, плохо. То, что в любом случае вас коцают. Вы ничего не сделали, то есть не коснулись, а все равно, то есть рядом при легком, при легкой коллизии вас все равно зацепят. И это вот печалит. Раунд 5. Так, здесь главное не застрять в начале уровня. Почему? Потому что потом будет тяжелее и будет фейл. Вот сейчас, например, мы прыгаем. Desert Eagle у нас уже есть. Можем открыть, например, вот эту дверь. Угу. Здесь есть оружие. 200 for Winchester. Но у нас нет 200. 300 for холодильник открыть можно, но пока нечем. Соточка для активации. Прыгаем. Green key need to open. В общем, нужен зеленый ключ. Искусственный интеллект у зомби не особо как хороший, но, в принципе, сносно. Ну, а то они и зомби. У них, в принципе, интеллекта-то нет никакого. Чего удивляться, да? Но их становится все больше, больше и больше и больше. Опять же, как я уже сказал, лучше играть вдвоем. Здесь гораздо больше фана. Кооператив. Все-таки игра кооперативная. Плотный жук. Ага, книга какая-то. Ну-ка. А, это ему. Нужно больше скрэп. 250 to open. Нет у нас столько, нет у нас столько. 240 почти. Оу, быстро коцают очень. Зевать вообще нельзя. Щиток на какое-то время поможет. Вечерочек скоротать, да? 9 уровень. Здесь можно оружие менять таким же образом. То есть разблокировали и получаем новое оружие. 9 секунд у нас ракета работает. То есть выстрел как с ракеты получается. Сильная вещь. Выносит сразу же в хлам. Но быстро кончается. Это вот единственный минус, наверное. 180. Немножко не хватает нам на винтовку. Ну вот, 180. Новое ему. Есть катана. Я сомневаюсь, что она вам поможет в таких острых моментах, но
Здесь самое главное, что можно начать сначала и все это дело пройти. С чистого листа, например. 300 патронов у меня осталось. Это нормально. Буду жить. Появляются бегущие зомби. Также нам повышает ранг. Получаем вот эти вот фишки. На фишке уже вы сами видели, что можно делать. Я говорю, игрушка элементарная. Она простая, но не менее интереснее играть в нее из-за этого. Есть две лимонки у меня также. Я вот что-то не осветил этот момент. Оу, все. Вот это вот плохо сделано, то что сразу же нас убивают. Barely getting started. Теперь уже сотку стоит, чтобы активировать лифт и подняться выше. Дверь откроется опять же на пятом раунде. То есть на пятой волне, наверное, если так предположить. Точнее высказаться. И вот проблема с коллизиями. Неоднократно уже, по-моему, люди писали, что когда застревает голова где-нибудь в стене, то звук такой... То есть коллизии неправильно срабатывают, и все. В этом печаль. 290. На. Вот красота, да, какая? Деньги исчезают, кстати, если его вовремя не собрать. Все это добро сливается от вас. Желательно также еще попадать в прицел. В этом тоже соль. Но все-таки игра-то какая. На выживание. Денежки. 200 винчестер. Возьмем винчестер, 70 патронов нам хватит. Ловите. Да. Не густо, конечно, я цепанул там. Сколько стоит у нас прыжок вверх-то? Соточку. Ну, так и буду ходить сейчас там тупить. What opened locks? Что-что, ключи открывают замки. Логично, логично. Рандом. 20 уровень. И чтобы пройти, например, дальше, то есть по... Вот сейчас десятку снова стоит, странно, да? Потому что я вторую дверь открыл. В общем, зомби сами вымирать начинают, если уж на то пошло. И деньги нам все равно за это начисляют. Ну иди сюда, мой хороший. Эх, шестеренки, вот как раз таки скрэп. Что-то еще было. Что-то я еще пропустил, о чем-то я еще не сказал. Но не могу сейчас сосредоточиться и понять, о чем я хотел еще сказать, поведать об этой игре. Что здесь еще интересно? Чем-то она похожа на Face Wound. Только Face Wound мы... Это который игрушка от разработчика Rust, в общем, Face Wound Гарри. Вот, там... Только там мы продвигались вперед, а здесь мы этого не делаем. Здесь мы... Ну как, там просто ходили по городу, например, на кладбище, все дела, дальше, 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 дальше. Здесь такого нет, к сожалению. Здесь мы продвигаемся только по локациям и волны считаем. Проходим волны. Там же просто мы шли по сюжетке. Ну, сюжет там, конечно, такой посредственный был, но все равно. Демка осталась по сей день. Озвучка смешная. Ничего не скажешь. Сделано с юморком. Так, зеленый ключ карты у нас пока нет. Надо поискать внизу, может быть. Дальше двух уровней я не проходил. Честно признаюсь, как-то не вышло. Забыл я о этой игре просто. Какое-то время играл. Потом почему-то подзабыл резко. Как-то не до этого было, наверное. Истекая кровью, здесь как в Думе показано, в принципе, это все. Так, Томпсон. А, 9-й раунд нужен. Вот опять голова застревает, опять звук этот. Перезарядка, как обычно, на R, то есть... Ничего супер специфичного. Так, у нас какой уровень-то сейчас? 8-й. Девятый. Понесла. Сейчас будет больше, больше, больше и больше. И бегуны, и не бегуны, и всячески. Потом пойдут большие монстры, огромные мутанты всякие. То есть здесь разнообразие монстров. Но, ну, то есть монстров, зомби. Ну, то же самое, практически. Вот эта вещь хорошая. Тут главное понять принцип, как в эту игру играть, а дальше уже будет проще. Вот идет босс.
например. Я, говорит, сделаю этого с закрытыми глазами. Ну, давай, конечно. Оу! Бегуны. Daily Mission Accomplished. За это тоже что-то получаем. Там какие-то призы, что ли? О, бонусы. Оу! Сейчас меня пожрут меня сейчас. У меня кончились патроны. Сейчас сдохну я просто и все. Ну вот, можно всегда оружие взять. Да ну, серьезно, он же был без головы. Ну ладно. Ну, в принципе, вот такая вот игрушка. Так. Выходим. Эдитор, можно самому здесь все делать. Свои уровни создавать, любые, всяческие, как угодно. Удобно, не спорю. Так, что еще интересного? Опции здесь понятно, профили тоже все понятно. Управление элементарное, инвентарь есть. Можно бросить мясо, например, погореть в чате, primary weapon, ну и прочее все. Если кому-то это будет интересно, то игрушка называется Zombie Kill of the Week Reborn. Такие пироги, рубрика СНИ, все, до новых встреч, пока.